Не перевелись еще патриоты на Ивановской земле. В четверг на базе 21-го лицея прошел традиционный городской смотр строя и песни. 8 команд из различных патриотических клубов показали свое умение держать строй и выполнять команды. Направо, кругом, кругом, когда строим шагом, марш, кругом, марш. Важно не только уметь выполнять приказы, но и их отдавать. Поэтому по итогам конкурса будет определен и лучший капитан команды. Помимо прочего, жюри, состоящее из военных, оценивает и внешний вид курсантов. Ну и, конечно же, центральное испытание для юных патриотов – смотр строевой песни. На нас не звучит языка, есть парни особого рода, воздушно-десантных войска. Несмотря на то, что в наше время молодежь неактивно идет в патриотические клубы, те, кто все же выбрал эту стезю, с каждым годом повышают уровень своей подготовки. Я вот уже много, наверное, участвую на этих слетах. С каждым годом это повышается. Выучка, как говорят в армии, повышается. Даже вот младшая возрастная группа, она уже тянется за старшей возрастной группой. А значит, патриотизм в Иванове скорее жив. Еще не одно поколение юношей и девушек будут брать равнение на мужество. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.